Почему накета быстро худеют? Как похудение может быть здоровым, если вес уходит так быстро? Давайте разбираться, как это работает и с чем это связано. На первых неделях большая часть килограмм уходит благодаря жидкости, которая задерживается в нашем теле после употребления углеводов. 1 грамм углеводов способен удержать до 4 граммов воды. Привет отекам! Также важным моментом является то, чем больше углеводов употребляли вы до кето диеты, тем больше сольется воды. С водой может уйти до 4 кг. А что дальше? А дальше обычный процесс похудения. 1% от веса в неделю. Чем больше вес, тем больше килограмм можно потерять. Самым большим плюсом кето-диет является то, что кето-диет активизирует процесс липолиза. Поэтому мы теряем только жировые объемы, а мышечная ткань остается на месте. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!